Сегодня мы отправимся в наполненный нежными движениями и железной дисциплиной мир танцев на межвузовский фестиваль танца «Кнопсфест». Я вещаю из Центра культуры и творчества Эртумера, где волнение нарастает в геометрической прогрессии перед выходом на сцену. Давай же поговорим с организаторами. Сегодняшний фестиваль — это невероятное множество стечений танцоров различных стилей, которые будут представлять свои, думаю, великолепные номера, соревноваться между собой в различных номинациях, в составах. На самом деле было задействовано очень много людей, и это был большой труд, но этот труд был не зря. Все прошло просто отлично. Давай заглянем в святая святых, за кулисье, и узнаем, как участники готовятся перед выходом на сцену. Пойдем, что ты в самом деле, реально? Сказал же, пойдем. Что ты ждешь от фестиваля? Нет, что ты друга бросаешь, да? Я первая. Вот и поговорили. Я представляю хореографическую студию «Сет». Чем ты нас сегодня удивишь? Сегодня будет мой новый номер, доставленный буквально пару дней назад. «Хиллз». Кнопсфест – это? Роскошность. Творчество. Органичность. Талант. Танцы. А почему я не даю тебе микрофон? Вы еще не выступали, правильно? Нет, еще не выступали. Научи меня какой-нибудь связке из своего танца. И вот. И вторую. Ну все, можешь в целом не выходить больше на сцену. Кажется, грядет что-то ярчайшее. Скорее присаживайтесь и станьте частью праздника танца и самовыражения. Страсть, любовь к танцу и талант буквально витают в стенах Эртумера. А это значит, что здесь отгремел самый масштабный межвузовский фестиваль танца «Кнопфест». Чем же еще удивить нас Эртумера? А что вы сегодня делаете, собственно? Собственно, танцую соло. Я шутку не придумала к этому, но реально звучит просто смешно. Вот и все, вот и вставьте.